эфире новости «Анапа Регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. Сегодня три многодетные семьи получили ключи от новых квартир. Все они ждали своей очереди не один десяток лет. Квадратные метры были приобретены за счет средств муниципалитета. Подробнее в нашем сюжете. Большое спасибо. Квартира изумительная. Изумительная. Вот. Вы знаете, я даже не представляю, сколько лет вы простояли в очереди, но... Сейчас мы вручали ключи Нине Марковне там. Она даже зашла в квартиру, она не верит. Она даже не верит, я говорю, с наступающим. Мы тоже не верим. Не верите? Ну, чтобы вы поверили, вот вам ключи от квартиры. 34 года семья Ященко ждала получения собственного жилья. Михаил Борисович, многодетный отец, встал в очередь сразу после рождения младшей дочери. Три десятка лет семья жила в бывшем военном городке на улице Самбурова. Теперь у них появилась просторная двухкомнатная квартира в селе Витязево. Претензий вообще нету. Никаких претензий. Вот это вот планировка двора, вот, планировка квартиры, ну, у меня нет слов. Значит, она очень, она теплая. Вот. Помимо того, что стены, еще утепление есть. Ну, все красиво. Вот это вот самый, по-моему, удачный проект. Вот этот. Здесь вот двор, пожалуйста, вот этот, вот он, дворик. Вот. Здесь вот, ну, рядом школа. Во-вторых, что еще самое главное, что ветер сюда во двор не будет задувать. Все. И, ну, красиво все. А эта квартира в современном комплексе на улице Парковой. Нина Марковна состояла в очереди на жилье с 92 года. Новый ремонт, просторные комнаты, а главное – все коммуникации. Рождественские праздники многодетная мать с семьей встретит уже в собственной квартире. Хорошая? На последнем приеме вы у меня были, я вам что сказал? До Нового года вы квартиру получите. Заветную квартиру на улице Ленина получила сегодня еще одна многодетная семья. Жилплощадь приобретается за счет муниципального бюджета. В этом году свои жилищные условия уже улучшили 39 анапских семей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион. Глава Анапы Юрий Поляков подвел итоги уходящего года вместе с руководителями органов ТОС. Общественники всегда идут администрации навстречу и помогают в благоустройстве города. Они же общаются с местными жителями и прислушиваются к их пожеланиям. За продуктивную работу руководитель ТОС лично поблагодарил мэр города-курорта. Один из самых масштабных проектов минувшего года – участие Анапы в программе «Формирование комфортной городской среды». В результате в 6 анапских дворах появились благоустроенные комплексы с детскими площадками, спортивными тренажерами и парковыми зонами. Сквер-строитель в 12-м микрорайоне обрел вторую жизнь. Я приведу пример даже по комфортной городской среде, да? Ну вот было же такое, когда мы только начинали, многие люди были против. Не надо ничего трогать, оставьте все как есть. А потом они говорят с благодарностью. И все это благодаря вам. То есть вы сумели перековать народ, все это сделать. В этом году Анапа завоевала первое место на конкурсе муниципальной практики. В нем приняли участие 157 городов. В номинации «Обеспечение обратной связи с жителями и развитие территориального общественного самоуправления» у курорта не было равных. Мы были в Совете Федерации с главой Новороссийска, они второе место заняли, да? Определенный такой резонанс. Не потому что мне Мутко вручил там, нет, он вручил Анапе. Он вручил ТОСам, которые здесь работают на территории. И вот этот звук, это благодарность по всей России. Анапа звучит как курорт, но если еще и прозвучало как город, который очень активно работает с населением, где комфортно жить и где создается благоприятная среда для населения, а значит и для отдыхающих, это действительно дорого стоит. Один из долгожданных объектов для жителей Супсеха – сквер воинской славы. В этом году на улице Советской была обустроена парковая зона с памятниками и мемориалами. Минувшей осенью в сквере высадили молодые березы, платаны и сосны. А в 2019 году здесь появятся кусты китайской розы. Такой огромный округ увеличивается, растет. А нет места даже, где это провести сбор. Вот что-то значимое такое для округа мероприятий. Сегодня великолепный сквер. Да, хороший. Великолепный. Огромная благодарность вот от жителей за этот сквер. За помощь в реализации городских проектов руководителям ТОС были вручены благодарности от главы курорта.
Планы по развитию Анапы в следующем году уже есть. Одна из первостепенных задач – строительство школ и детских садов. Начинается и закладка Анапского дворца бракосочетания. А на главной площади города вместо демонтированного торгового павильона появится сквер с фонтаном. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня мы заканчиваем цикл сюжетов о результатах реализации программы формирования комфортной городской среды на курорте материалом о дворе дома по улице Маяковского, который также попал в проект в этом году. Этот двор дома 80 по улице Маяковского без внимания не оставался никогда. Жители сами занимались благоустройством. Закономерный итог – в прошлом году он занял первое место в городском конкурсе на самый уютный дворик Анапы. После вхождения в программу появилась возможность реализовать все задумки, о которых до этого только мечтали. Всегда нам хотелось, нам, и нашим жителям, и окружающим, детям, приходящим, живущим рядом здесь, жителям, хотелось, чтобы был двор в едином стиле. Игровая и спортивная площадка с тренажерами, клумбы, дорожки, скамейки и урны. А вот на этом месте планируют посадить елку. Уже на этот Новый год она должна стать центром всех праздничных мероприятий. За счет средств, полученных за победу в конкурсе на лучший дворик, сделали освещение. Теперь у них вместе с депутатом, который избирался по этому округу, в планах объединить дворовые территории и сделать единую зону комфорта. Есть две территории, которые еще в планах, чтобы они попали, сейчас идут проектные работы. Это Лермонтова 82 и Крылова 6,8. Вот цели задачи сейчас люди, после Нового года мы займемся этим вопросом, люди определятся с идеями, желаниями, что там разместить или как это все сделать. Будем ходатайствовать это уже и в администрацию, и в край, о том, чтобы данные территории попали в эту программу на следующий год. И после этого данный район, спальный район на третьем округе, он, в принципе, будет полностью благоустроен. Объемы благоустройства в этом году были действительно беспрецедентными. Более 40 тысяч квадратных метров только дворовых территорий. Нам удалось выполнить 6 дворовых площадок, одну общественную. Срок у нас был 2,5 месяца. За 2,5 месяца мы сделали все. Кроме того, у нас были моменты, сложности с каждым двором. Он получался у нас индивидуальный. Где-то мы даже уже за свой счет что-то делали, добавляли тротуары, дороги. Довольны всем, и жители довольны. Для нас главный результат – это жители. В следующем году программа формирования городской комфортной среды будет продолжена. В Анапе планируется, что в ее рамках будет благоустроено как минимум еще 4 дворовых территории. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Глава Анапы накануне встретился с ветеранами муниципальной службы. На традиционном предновогоднем мероприятии глава Анапы рассказал участникам встречи о достижениях муниципалитета в уходящем году и о планах на будущее. Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов поблагодарили каждого за активное участие во всех проектах и начинаниях, направленных на развитие и процветание курорта, и поздравили с наступающим Новым годом. Во всем этом есть доля каждого из вас, доля участия наших жителей анапчан во всех этих проектах. Я хочу вас поздравить с наступающим 2019 годом. Я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, тепла и уюта, и хорошего, счастливого Нового года. Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму подвело итоги конкурса «Лучшее оформление предприятий санаторно-курортного гостиничного комплекса». Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится уже второй год. И если в 2017-м количество участников можно было пересчитать по пальцам, то в этом предприниматели устроили между собой настоящее соревнование. 4 десятка объектов коммерсанты украшали своими силами, состязались в оригинальности, масштабности и привлекательности. Кафе «Посейдон» вошло в число лидеров. Владелец сделал упор на создание атмосферы новогоднего праздника. Диплом победителя собственнику вручил заместитель главы города Эдуард Балмашев. Спасибо. Еще один лидер – салон посуды «Богемия». Здесь новогоднюю атмосферу создает оригинальная праздничная атрибутика. А вот в парикмахерской «Мона Лиза» главный новогодний символ расположился прямо в главном зале. Но, пожалуй, абсолютным лидером в этом праздничном состязании стал ресторан «Дель Мар». Здесь персонал подошел к конкурсной программе со всей ответственностью. Сотрудники не только украсили фасад здания, но и создали на улице новогоднюю фотозону.
Инсталляцию мы не первый год делаем. И, к сожалению, только в этом году до нас вот дошла Кристина, увидела эту шикарную инсталляцию. Мы и в прошлом году, и в позапрошлом году делали. Мы каждый год, в принципе, это делаем. Ну да, в этом году мы превзошли даже сами себя, если честно. Организаторы конкурса уверены, что в следующем году количество участников увеличится и появятся новые оригинальные идеи. Ведь Новый год – это общий праздник. В целом по городу есть, конечно, объекты, которые не доработали в этом году. И хотелось бы, во-первых, обратиться ко всем нашим коллегам, поздравить их с наступающим Новым годом и попросить и убедительно на следующий год сделать лучше, сделать красивее, потому что это лицо Анапы, это лицо нашего города в первую очередь. Руслан Душевский, Анапа регион. Анапа встретит Новый год весело и ярко. Праздничные мероприятия на курорте будут продолжаться до 6 января. Уже завтра все желающие смогут посетить молодежный арт-квартал «Резиденция Деда Мороза», который начнет свою работу на Театральной площади в 14 часов и продолжится «Разгуляем в Новый год веселее вместе». Шоу-программу «Лучший праздник Новый год» можно будет увидеть на Театральной площади 30 декабря в 17:00. А в ночь с 31 декабря на 1 января праздничное театрализованное шоу-программа «Новый год, когда сбываются мечты» даст старт гуляниям самого главного праздника года с 23 часов. В час ночи запланировано поздравление главы Анапы на сцене Театральной площади и затем праздничный фейерверк. Более подробно обо всех мероприятиях можно узнать на нашем сайте anaparegion.ru. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.